Нижняя ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу. Космический аппарат сел в атлантическом аппарате. Об этом написал глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск. Сегодня легендарный Falcon вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Японии. Старт проходил с космодрома на мысе Канаверал. Кадры запуска мы оставим без комментариев. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off of the Falcon 9. This is the OSM. They said